небольшой сюжет о перцах. Вот для того, чтобы перцы себя в парнике чувствовали хорошо и цвели нормально, без пустоцвета, надо, когда они еще в рассаде, удалять все цветочные почки до тех пор, пока они не сами перцы рассады не примет вот такой вот вид, то есть 4 отдельных веточки. Вот тогда на каждой веточке появляются уже цветочные почки, которые не надо обрывать. Вот, но в это время у вас они уже будут сидеть, ваша рассада перцев будет сидеть в земле. То есть для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы корневая система перцев приобрела нужный размер. То есть если их высадить, не обрывая, ну, я имею в виду, если их растения высаживать маленькими, и они будут цвести, то вся сила растений уйдет в цвет. Вот. А надо сделать так, чтобы развилась нормальная корневая система. Для этого, в общем-то, надо удалять эти цветочные почки. Ну, почти до конца мая это все делается. Вот, удаление этих почек цветочных. Дальше растения сами уже развиваются. Когда отболеют, они уже становятся вот такими вот зелеными, сильными. Увеличиваются в размере их стволы. Вон они какие толстые становятся. Вот. Ну и они готовы уже к завязи. Вот появляются уже сами перцы, вы видите. Перчики. Вот этих перцев достаточное количество. Если не обрывать цветки, то у вас перцы завяжутся еще дома. Но эти перцы, они не дадут ни расти растению, ни развиваться корням. То есть в конце концов у вас получится к концу сезона штук 5 перцев всего. Вот. А так у вас получится нормальное, разовьется нормальное растение. Перцев будет в достаточном количестве, как и положено по теории. Вот. То есть перцы будут давать хороший урожай, большой. Такой вот короткий репортажик. Ну, хватит сегодня. До свидания.